Ну, я поехал в магазин, торопился, раз остановился, заходил в магазин, то есть там минут. Вы не являетесь инвалидом? Нет, я не инвалид. Сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Казани стало известно о нарушении правил дорожного движения водителем автомобиля «Лада Приора» у дома номер 21 по улице Атаратского. Как установлено из материалов дела, водитель автомобиля «Лада Приора» совершал остановку в нарушении требований дорожного знака 1.3 правил дорожного движения, именно 6.4 парковка, 8.17 инвалиды. Личность водителя автомобиля «Лада Приора» была установлена. Данный водитель был приглашен в подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Казани. В отношении него был составлен материал по части 2 статьи 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции данной статьи предусматривают административную ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.